Меня зовут Людмила Башкова. Я президент-директор город Саратов. Наталья Лукашенко, город Королёв. Меня зовут Любовь Похорукова, город Новосибирск. Александр Шипнёв, Калуга. Меня зовут Ольга Шарова, я лидер группы из города Саратова. Александра Горбачева, город Пушкино. Меня зовут Булгакова Марина. Меня зовут Наталья Масалова. Меня зовут Петрова Марина. За участие в первом промоушене я получила сертификат в размере 25 тысяч рублей. Добавив туда все спонсорские бонусы, я приобрела для себя вот такой инструмент для работы. На сертификат я приобрела нужные инструменты работы. Суперсовременные наушники и подставку для ноутбука. На нашу команду мы заработали 70 тысяч. Друзья, я распаковываю свой новый iPhone, который я получила в подарок от компании. В подарок компания мне отправила сертификат на 10 тысяч. Мы с сыном немножко добавили и купили смартфон Galaxy A32. Подарок от компании я получила подарочный сертификат 45 тысяч рублей. Получила такой замечательный подарок, как телефон, который мне необходим в моей работе. Я получила великолепный подарок от компании. Современный смартфон. Супер! Получила вот такую подарочную карту на сумму 25 тысяч рублей. Я хотела обновить iPhone и наконец-то получила подарок от компании. И вот он. Хочу показать вам подарок, который я только что получил несколько дней тому назад от компании Tentorium за активное участие в промоушене. Я получила денежный сертификат от компании Tentorium на 15 тысяч рублей. И что вы думаете, я купила? Купила пылесос Dyson, очень удобный пылесос. На сертификат я приобрела крутой современный смартфон. Приятно получать премию от компании 20 тысяч рублей, куча подарков. Мне подарили вот этот планшет. Он мне очень нужен для победы во втором туре этой программы «Три ступени к лидерству». Я и моя команда на сегодняшний день очень настроены по-боевому. Вместе с командой мы участвуем в новом промоушене «Три ступени к лидерству 2.0». Настроение боевое. Идем к победе. Новый промоушен. Я включилась сразу. Так как считаю, личный пример – это важный фактор на пути к командной победе. В следующем промоушене я, конечно, участвую. У меня уже есть два новых дистрибьютора, которые получили первый набор новичка. Сейчас объявлен в компании новый промоушен «Три ступени лидерства». И я с удовольствием приму в нем участие. Мы с удовольствием уже вступили в новый промоушен. Того всем вам и желаем. Я обязательно буду в нем участвовать. И хочу предложить всем поучаствовать в этом промоушене. Я, конечно, в нем участвую. И вас, друзья, призываю, участвуйте в промоушене, получайте замечательные подарки. Будьте с нами. Я с удовольствием в нем поучаствую, чего и вам желаю. Хочу пригласить всех поучаствовать в следующем промоушене. И всем успехов! Желаю всем удачи и успехов! Творите, это классно! Трудитесь, яки пчела, и будет вам счастье!